Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре у меня будут новые приманки от компании «Водяной». Компания находится в Татарстане, в городе Казани. Это приманки ручной работы. Вот, выслали они мне здесь около 10 приманочек. Давайте достанем их из коробки и посмотрим на них поближе. Так, берем нашу посылочку. Здесь у меня некоторое количество мандул. И дальше идут тейлспиннеры, ратлины. Так, все, готово. Ну что ж, вот они, наши приманочки на столе. Вот, давайте посмотрим на них поближе. Для начала, наверное, давайте посмотрим на мандулы. Заказывал я их в размерах 75, 100 и 140 мм. Сейчас достанем их из упаковки и посмотрим на качество их исполнения. Вот они, наши мандулы. По крючкам, по фурнитуре все достаточно хорошо, крючки очень острые. Вот, ну, сделано на самом деле качественно. Что младшая модель, что самая большая модель. Расцветки довольно-таки интересные. Например, ну, я вот таких расцветок не видел до этого. Обычно все, грубо говоря, вот так вот слоями накладывают цвета и все. А здесь уже такое более, даже так скажем, воблерные какие-то расцветки, что ли. Вот, в общем, качество достаточно неплохое. Попробуем их на ближайшей рыбалке разловить. Вот, по крючкам, как я сказал, достаточно острые. То есть к рукам они прилипают, никаких проблем с этим нет. Далее давайте перейдем к тейлспиннерам. Тейлспиннеры меньшего размера, 70 мм. Вот, идут они по весам по 5 грамм. И вот эти два у меня по 10,5 грамм. Вот в таких упаковках они поставляются. Достаточно, ну, надежная упаковка. Название, размер здесь есть. Вот, давайте откроем и посмотрим на них вживую. Ну что, вот они, наши тейлспиннеры. Сделаны достаточно хорошо, оснащены, мне кажется, даже какими-то морскими крючками, что ли. Неплохая фурнитура, лепестки. Вот, как я говорил, расцветки у них такие довольно интересные. Расцветок, кстати, очень много. Ну, то есть и самые популярные, самые топовые расцветки у них как бы в наличии имеются. Вот, карабин здесь тоже хороший стоит. Вот на этом тейлспиннере. Как играть они будут, мы посмотрим на рыбалке. Вот, допустим, вот этот мне цвет вообще нравится. Такой под натуралку, даже как чешуя такая блестит. Вот, на самой приманке есть название бренда «Водяной». Вот, глаза такие, как глаза хищника, так скажем. Вот, ну, по качеству пока вопросов у меня, ну, вообще нет. Вот, как будут ловить, мы посмотрим на ближайших рыбалках. Но я думаю, что вот эти приманки окуня будут ловить, ну, без проблем. Давайте откроем тейлспиннеры большего размера. Я также взял на тест их. Итак, вот наши два следующих тейлспиннера. Это каликана и батон. Тоже идут в таких довольно надежных упаковках. Каликана у нас 95 мм длиной, весит 18 грамм, а батон у нас 115 мм и весит 16 грамм. Ну что, давайте начнем с каликаны. Достаточно большой лепесток у нее такой на конце, будет очень хорошо играть. Само тело достаточно такое плотное, толстое. Глаза хищник, как вы видите, расцветка довольно, ну, тоже популярная такая расцветка. Плюс именно эта расцветка окрашена в светонакопительной краской. То есть она, ну, как вы знаете, при дневном свете накапливает на себе свет и потом светится в темноте. Расцветка, как вы видите, достаточно популярная для ловли рыбы. Вот, я думаю, что и щуку, и судачка, и крупного окуня такая приманка будет ловить. Вот, этот цвет тоже светится в ультрафиолете. Далее я вам покажу это. Фурнитура достаточно хорошая, поэтому пока претензий к этой приманке нету. Следующая приманка, это будет батон. Эта расцветка мне вообще очень сильно нравится. Тоже у нее большой лепесток. Тоже крючок морской серии. Вот, эта приманка, хотя подлиннее, но она немного полегче. Так, как я уже говорил, она 16 грамм весит, но 115 мм у нее длина. Вот, тоже достаточно хорошо приманка выглядит. Тело немного поуже, чем у каликаны. Вот, смотрите, для примера, каликана и батон. Вот, большой лепесток,
Думаю, что тоже и щука, и крупный окунь, и судак должны на это клевать. Буду использовать именно вот эти большие толспиннеры по открытой воде. И следующие приманки это будут уже ратлины. Вот такие вот два красавца в двух размерах. Это шеритен и вип-траут. Шеритен у нас весит 22 грамма и 75 миллиметров длиной, а вип-траут весит 20 грамм и 85 миллиметров длиной. Давайте начнем с шеритена. Покраска, ну вообще на высоте, нравится мне этот цвет, такой, скажем так, классический на хищника. Крючки, как видите, острые, вот цепляются у меня за ладонь. На что-то эта приманка похожа, но они все, в принципе, ратлины один на один похожи. Ну, не только у фирмы Водяной, а вообще, в принципе, вся. Вот, достаточно узкое тело, здесь идет расширение ближе к голове. Два крючка уже имеются, два плавника сверху и снизу. В общем, такой вот вид у нас спереди. Интересная приманка. Вот этой уже приманкой, я думаю, буду ловить. Ну, и, а также вот этой. И по открытой воде, и по холодной воде. Я думаю, достаточно неплохо они должны себя показать, потому что качество исполнения довольно неплохое. Вторая приманка, это у нас вип-траут. 85 мм и 20 грамм. Тоже достаточно такой популярный цвет на хищника. Кислотник с оранжевым пузом. Также два крючка имеется. Один плавник. Глаза хищника, как я уже сказал. Вот. Ну, достаточно неплохо все выглядит. Здесь уже еще шире туловище идет, ближе к голове. Ну, такая вот интересная приманочка. Все эти приманки можно купить. Я ссылочки оставлю на Валбересе и на Яндекс.Маркете. Поэтому, если кому будет интересно, можете переходить по ссылке и смотреть, и заказывать. В принципе, приманки достаточно интересные. Они мне, ну, первые впечатления о них хорошие. Давайте посмотрим, как они у меня светятся в ультрафиолете. Как вы видите, все приманки светятся в ультрафиолете. От самых больших до самых маленьких. Плюс одна приманка окрашена в светонакопительную краску. То есть, если я сейчас выключу фонарик, она все равно будет светиться. Сейчас я вам покажу. Вот она. Надеюсь, вам будет видно. В общем, то, что надо. Ночному хищнику, судаку, да и просто по мутной воде будут отлично работать.
Ну что, друзья, вот такие вот приманочки от компании «Водяной». Если они вам понравились, переходим по ссылкам, заказываем на Wildberries и Яндекс.Маркете. Также оставлю ссылку на их группу ВКонтакте. В общем, всем не хвоста, не чешуи. До новых встреч. Всем пока.